Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам расскажем, как изменить частоту обновления кадров нашего экрана на телефоне Xiaomi Mi 11 Lite. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки. Дальше пролистываем вниз и находим пункт, который называется экран. Дальше еще пролистываем вниз. И здесь мы видим частоту обновления, с которым будет обновляться наш экран. Например, вы можете выбрать или высокую, это 90 Гц, или же 60 Гц. Если вы выберете 90 Гц, тогда ваш экран будет более плавным, более быстрым даже, я бы сказал. И таким образом ваш телефон будет выглядеть намного красивее и удобнее. Надеемся, что мы смогли вам помочь этим видеороликом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши отзывы в комментариях. Всем пока!